в шаге от миллиона. Так, вас фотографируют с всех сторон, эта девушка вышла на сцену. Что ж, у нас призовые места. Топ второе место. А да, сегодня было первое, кстати, да. Это исключение из правила, так? Серебряные призеры чемпионата Риги. И девушка на сцене. 26 фотокамер. Что ж, команда получает у нас подарочную карту от нашего партнера спортивного магазина «Команда», который находится в Олимпийском центре. Спасибо этому партнеру. У нас, как вы заметили, много партнеров, и Йома отмечала, и команда, и магазин спортивный «Даугава», который и команда уже на протяжении многих лет главный технический партнер, и подарочная карта именно от этого магазина. Медали, кубок, эти жиденькие аплодисменты 3,5 человек этого зала для команды Лерона. Поаплодируем хотя бы себе. Я отойду в сторону, вы здесь нормально даже фото сделайте. Александр Сазонов. Вам чуть-чуть не хватило до лучшего тренера. Вот как организатор матчи, стимуляция болельщика команды. Отличная работа. Помогите ему, пожалуйста. Кубок, пиво и две сумки. Ладно, Роман Миронов пускай вот сумку получит, несмотря на то, что он не пришел сюда. Александр Сазонов, лучший специалист по организации домашних матчей. Специальный приз от Рижской футбольной федерации. Очень приятно, что проводится работа по стимуляции. Не по стимуляции болельщиков. Вот да, пошли болельщики туда, в курилку мы сейчас дождем. Что ж, на этом все у нас с чемпионатом города. Я хотел бы, чтобы почетные гости этой сцены сказали пару слов, может быть, на пусти. Александр Сазонов. Вам чуть-чуть не хватило до лучшего тренера. Вот как организатор матчи, стимуляция болельщика команды. Отличная работа. Помогите ему, пожалуйста. Кубок, пиво и две сумки. Ладно, Роман Миронов пускай вот сумку получит, несмотря на то, что он не пришел сюда. Александр Сазонов, лучший специалист по организации домашних матчей. Специальный приз от Рижской футбольной федерации. Очень приятно, что проводится работа по стимуляции, не по стимуляции болельщиков. Вот, да, пошли болельщики туда, в курилку мы сейчас дождем. Что ж, на этом все у нас с чемпионатом города. Я хотел бы, чтобы почетные гости этой сцены сказали пару слов, может быть, на пусти. Молодцы, в полном составе сегодня здесь у нас команда собралась. Медали хватит для всех. Медали, кубок, подарочная карта, шампанское. Industrial Steel Group. Успеху! Будем приглашать
лучшего, по мнению команд, по мнению организаторов. Итак, в индивидуальных номинациях лучший вратарь первой лиги Юрий Трофимов, Латвия Спиннерс. Латвия Спиннерс, Юрий Трофимов. Вам придется полгода двери железные делать, чтобы вот это все потом отмотить. Юра лучший! А тем не менее на сцене у нас какая вот, да, главное событие ниже сцены. У нас Юрий Трофимов получил лучшего вратаря первой лиги. Лучший защитник первой лиги Дмитрий Заборовский, Sensor Group. Статуэтка и эта сумка для Дмитрия Заборовского, Sensor Group. Пока играл Дмитрий, в команде все складывалось, как только травма у команды залазилась. Тем сегодня сборная Латвии по футзалу. Забил он сейчас у нас на сборах в Финляндии. Причем дважды лучший защитник первой лиги Дмитрий Заборовский. Лучший полузащитник, заслуженный игрок наших турниров, двигатель команды Baltic International Bank, Игорь Дербаков. Игорь Дербаков должен быть сегодня здесь. Игорь Дербаков, если нет, то представитель Baltic International Bank. Держите, держите, охрана, держите его. Кубок у них в руках. Третье место получает у нас кубок медали чемпионата шампанское. Подарок от спортивного магазина команда. Шампанским поаккуратнее. Аплодисменты этой команде. Покомпактнее, соберитесь, покомпактнее. Загребайте свои медали. Так, все стали, все, кто могут, все стоят. Industrial Steel Group. Industrial.